Доброго времени суток, друзья. Я нахожусь в новом госпитале Ля Фе города Валенсии на стоянке такси. Вот. Но что меня привлекло внимание, так это этот велосипед. И что я хочу рассказать. Хозяин этого велосипеда сделал очень большие такие предосторожности, чтобы у него не украли этот велосипед. Я аж рассмеялся, но все-таки это реальность и действительность, поэтому я хочу показать. Значит, смотрите, чтоб не стырили сидушку, парень здесь присоединил, то есть к раме, да? Повесил замочек, то есть у него не стырят сидушку. Так, дальше мы идем. Что тут у парня есть? Ага. Дальше, то есть, чтобы не стырили у него колесо, парень присоединил тоже вот этот вот канатик железненький, тросик называется, тоже к колесу присоединил, у него не стырят. А помимо этого, он еще присоединил трос к самой раме. То есть, у него получается аж три троса он, бедолага, присоединил, чтобы у него не стырили велосипед. Но это реальность. То есть, видимо, он уже натерпелся, что у него с велосипедами было. И, то есть, он решил вот так вот реагировать. То есть сохранять свою собственность. Ну, вот это вот у нас такая реальность. Ну ладно. Вот это что я хотел вам показать. Еще что-то интересное увижу по дороге. Обязательно вам расскажу и покажу. Всех благ вам. Всего хорошего. Ну и не забывайте, кому-то нужно будет такси с русскоговорящим водителем, пожалуйста, обращайтесь, мы всегда приедем и вас обслужим. Всех благ! Да, дорогие друзья, а тут еще получился такой момент, что я не опубликовал вовремя первый ролик, и тут в дополнение еще. Смотрите, тут еще один парень припарковался, вернее, поставил свой велосипед. И вот смотрите, этот вообще превзошел все мои ожидания. Значит, он прикрепил вот таким замком раму и колесо. Тросиком обезопасил свое сиденье, тоже прикрепил. И колесо он прикрепил тоже стальным тросиком к раме. Вот так. Вот такие шедевры можно увидеть. То есть, видимо, ребята уже натерпелись, воровали у них часто велосипеды. Вот такие шедевры попадаются по дороге. Ну, а теперь все. Всего хорошего.